серьезная конкуренция. Смотри, не упади. Я победил! Я сильнее всех! Я не потерял равновесие. Робиток, а почему я могу стоять прямо? Пойдем, увидишь. Пойдем. Оригинальная концепция коктейл. Адаптация Лоренса Диаса и Стефана Карра. Режиссер Жан-Люк Франсуа. Путешествие Адибу. Как устроен человек? Почему я стою прямо? Прибыли! Очень близко к голове. А теперь давай отправимся на шею! Да, мы на вершине спинного хребта. Все это скелет, благодаря которому ты стоишь. Почти как каркас дома. А что такое этот скелет? Скелет состоит из всех костей тела. Еще бы чуть-чуть. Я лучший пилот в галактике. Смотри-ка, кости действительно твердые. Все не так просто. Они твердые снаружи, но пустые внутри. Ух ты, какая огромная кость. Это бедренная кость, самая длинная кость в теле. Кости прикреплены к мышцам, которые держат кости в правильном положении и приводят в движение. Давай заглянем внутрь кости. Макроминиатюризация! Ух ты, это словно огромная губка. Я бы сказал, как пчелиный улей со множеством сот. Видишь края? Они твердые, благодаря кальцию. Между клетками течет жидкость, здесь образуется кровь. Превосходно! Лабиринт! А я хочу поближе взглянуть! Ух ты! Осторожнее, Дибу! Что случилось? Это перелом! Кость ломается! Ай, нас выталкивает назад! Внутрь устремляется кровь! Заткнем дыру нашим кораблем! Ну вот, теперь мы застряли! Это клетки, восстанавливающие кость! Они обратят и наш корабль в кость! Ну как? Кость сама себя исправляет! При переломе особые клетки поглощают кальций и в результате сами превращаются в кость. Вот для чего накладывают гипс, чтобы закрепить части сломанной кости в правильном положении. Кости существуют благодаря кальцию, который имеется в йогурте. Я знаю, как мы выберемся! Я уже и не надеялся! Хватит нам играть со скелетом. Давай вернемся домой. Назад, на Селесту! Бузи, ты спрятался? Ты что, уже не можешь стоять? А ты понял, почему ты стоишь? Конечно! Я стою благодаря костям скелета, которые соединены вместе мышцами. А если кость сломается, она сама себя починит. Были бы гипс и йогурт. Пока!